Мариночки мои. Ну что, мы продолжим. У нас уже есть гости, они завітали такі і чарівні, і гарненькі, а й більше того, талановиті. Тому що мова піде про 16-й міжнародний конкурс академічного мистецтва юних таких талановитих виконавців. І прямо зараз ми дізнаємося, як готувалися, кому дякують та які емоції, дізнаємося з перших вуст. Дякую. Дозвольте, я вас представлю. У нас сьогодні в гостях Любочка Гошбур, це юна талановита скрипалька, Юлія Іс, піаністочка така малесенька, Дмитро Жероїд, флейтист, та Світлана Музикус, піаністка, да, яка і готувала, яка вболівала за наших діток на цьому конкурсі. Доброго ранку вам. Доброе утро. Буду с вами на русском. Как у вас настроение, в первую очередь спрошу? Хорошо. Улыбайтесь, выспались. Наверное, рано пришлось проснуться, чтобы прийти к нам на эфир. Вот такие будете звездочки нашего прямого эфира. Расскажите мне о конкурсе. Все начинается что? С подготовки, да? Вот прежде чем где-то поучаствовать, нужно подготовиться. Как оно у вас проходило? Поделитесь с нами, если скажу так, из первых уст. Ну, подготовка больше проходила, ну, конечно, и мы подготавливались, но больше нас подготавливали, конечно, учителя. Мой учитель Петр Николаевич старался даже больше не столь времени музыке уделять, как именно рассуждение о эпохе, в которой сама музыка была написана, ритм этой эпохи, полностью погружаться в эту эпоху. Угу. А вы как готовились? Мы все время ходили в школу, чтобы репетировать. А сколько нужно репетировать для того, чтобы выступить на таком серьезном фестивале, получить еще грамоты там, не просто выступить, места призовые, вот сколько нужно? Много. Надо заниматься столько, пока у тебя не получится хорошо. А сколько это, пока не получится? Каждый день вы занимаетесь или нет? Каждый день. Каждый день, да? Ну что ж, подготовились. Расскажите вы о подготовке. Как вы готовили таких юных звездочек наших талантливых? Ну, звездочки, подготовка заключается в том, что ребенку нужно рассмотреть, то есть что он из себя представляет, и способен ли он выдержать. Это большие нагрузки, конечно. И второе, львиная доля работы принадлежит родителям, потому что его нужно не просто привести, организовать, одеть и накормить, а с ним нужно заниматься, нужно вникать в его проблемы. Вот если Дима говорил о том, что Петр Николаевич рассказывал об эпохе, о проблемах эпохи, музыка – это же не просто правильное нажимание клавиш, а это действительно погружение в... Ну, в другой мир, наверное, в состоянии, и без поддержки и помощи, и ежедневной, ежеминутной поддержки родителей, ребенка, ничего бы не получилось. Ну, конечно, все-таки мамы, папы – это колоссальная поддержка. Как, каким критериям вы выбирали пьесы, вот подбирали, вот поняли, что именно с этим нужно ехать и выступать, показывать обществу? Как Любочка, это? Как пьесы тебе выбирала Татьяна Анатольевна? Татьяна Анатольевна мне играла, я выбирала. Угу. Сама выбирала, что тебе больше понравилось, да? Ты, наверное, точно так же, да? Да. Да? Ну что ж, будем считать, что конкурс уже подготовились, приехали туда. У нас есть видео, давайте посмотрим, как это все было, потому что лучше один раз посмотреть, чем 100 раз услышать. Смотрим, комментируем, возвращаемся потом к нашему разговору. У нас есть еще видео, мы будем его показывать на протяжении нашего разговора. Я знаю, что там были известные дирижеры, которые заметили, которые восхищались. Это был Курт Шмидт из Вены. И очень, вот расскажите нам, пожалуйста, ваши эмоции. Может, какие-то забавные случаи были во время выступления? То есть поделитесь своими вражениями, скажем так, от фестиваля. И не волнуйтесь, рассказывайте нам, нам очень интересно это знать. Ну, там был не только Курт Шмидт из Вены, там было очень представительное жюри, там была замечательная украинская композитор Богдана Фильц, там была замечательная Любовь Процюк, там было много очень интересных людей, которые действительно организовали конкурс с такой любовью к детям, с каждому ребенку, с таким бережным отношением к выступлению. Мы чувствовали себя там долгожданными гостями, а Курт Шмидт просто не видел, чтобы такие крошки играли в ансамбле. Когда они вышли играть дуэт, он снимал их на телефон, он просто перебежал на первый ряд и очень интересно реагировал на них. Но это действительно очень большая работа и сложная работа, когда две малышки играют на разных инструментах одновременно. Причем на немаленьких инструментах, понимаете, надо иметь силу воли. Вы, наверное, очень сильно волновались во время выступления или нет? Нет? Вот расскажите, как вам выступалось, что вы чувствовали, когда выступали? Хорошо.
Все было хорошо? Да. Так, когда я стала выступать с Любой, то мы начали играть, и сквозняком у меня сдуло ноты. Вот, даже был такой забавный случай. Но не беда, вы же потом продолжили играть, правильно? Давайте посмотрим еще видео и возвращаемся потом еще к разговору нашему. Замечательно, вот просто браво, я вам хлопаю, потому что дети такие маленькие, а так хорошо выступаете. Вот у меня вот такой вопрос еще к вам, вот на скрипке, на фортепиано, на флейте, почему именно эти инструменты вы выбрали для того, чтобы заниматься музыкой? Вот давайте каждый из вас нам и расскажет почему-то. Мне очень понравилось фортепиано. А тебе? Мне мама выбрала. Мама? А как она тебе выбирала? Ну, просто сказала, что тебе нужно играть, нет, да? Нет, мама... выбрала ее, потому что мы говорили, что скрипка поет. Скрипка поет. Здорово, Димочка, а вы? Мне кажется, что флейта — это довольно необычный инструмент, и его носить не тяжело, в отличие от фортепиано. Только поэтому. Ну, звучание мне очень нравится просто. У меня к вам вопрос, Лана. Подготовить таких малышек — это колоссально трудно. Выступать с ними. Расскажите вот о своей работе, о работе в музыкальной школе, о том, как вы подготавливаете маленьких деток, и они стают такими звездочками в дальнейшем. Ну, для того, чтобы подготовить, просто учить в классе ученика, это один процесс. А когда речь идет о конкурсе, то очень хорошо, когда есть единомышленники, которые поддерживают, помогают, которые подсказывают что-то. Это вот, в частности, Петр Николаевич Стешенко, учитель Димы, он, собственно, нас и привез первый раз на этот конкурс в прошлом году. Это преподаватель Любочки, Татьяна Анатольевна Богма, которая очень активно участвовала, не просто участвовала, она очень активная, очень энергичная, и очень помогала нам и во время игры. Это, конечно, родители наших детей. Это все происходит как бы совместно, коллективно. Один в поле не воин, говорят. И так же, как вот обучение ребенка, это коллективная игра. Это коллеги, родители и сам ученик. Это уже ваш второй конкурс, вот, да? Вот, только что у детей сами, второй, у нас, второй. Не, у нас в школе не второй. Ну, у деток второй, да. Нет, они даже в этом году умудрились поучаствовать. Любочка заняла до этого первое место в областном конкурсе юных скрипачей. Юля заняла третье место на городском конкурсе и второе в региональном конкурсе. Люда с Роялис, то есть они уже как бы бойцы обкатанные. Бойцы, Дима тоже занял, да, второе место на областном конкурсе. Но это не первый конкурс, потому что, по-моему, каждый год он участвует в конкурсах. А вот дети наши прошли новое боевое крещение уже на более высоком уровне. Какие молодцы! Ну, сейчас будете отдыхать или готовиться уже к какому-то новому конкурсу? Потому что жизнь у вас насыщенная. К чему будете готовиться и как часто сейчас будете репетировать? Те же летние каникулы, лето. Вроде бы как и на моря все едут. Или у вас нету перерывов, вы будете упорно тренироваться и дальше? Ну, флейту на море повезти можно. Ну, да. Просто если больше заниматься летом, то можно меньше заниматься осенью. Девочки, а вы после конкурса устали, наверное, отдыхать будете уже? Отдыхать будете. Или все-таки будете еще там тренироваться, да, будете? Я не могу, вот вы такие уже, да, бойцы, как сказала Светлана, какие у вас планы? Вот вы будете дальше, может, вы мечтаете стать известной скрипачкой, известным флейтистом, известным пианистом? Поделитесь своими мечтами, потому что когда ими делишься, они обязательно забываются. Потом, вот чего вы хотите? Дальше заниматься музыкой, стать какими-то известными музыкантами. Давайте, Дима, с вас начнем. Вот не знаю. Как бы музыка, ну, у меня лично музыка, она больше для души, чем для профессии. А вы, девочки? Мне хочется стать хорошей скрипачкой. Мне так же, как и Люба. Что еще раз? Мне так же, как и Люба. Так же, как и Люба. У вас эти мечты совпадают, я думаю, что не точно получится. Я вас поздравляю, я желаю вам успехов еще, вам.
терпение, да, в подготовке деток, что вот взращивать у нас такие талантливых, и вот не надо никуда далеко ездить, далеко смотреть. У нас Николаевы самые талантливые дети, такие малышки, а уже как выступают, я думаю, есть чем гордиться. Спасибо вам большое, Любочка Гошбурн, юная скрипачка, Юлия Иси, Дмитро Жерои, Светлана Музикус были у нас в гостях. Гарного вам ранку, хорошего вам лета и еще удачных выступлений. Ну, а ми з вами продовжуємо і повертаємося потім до нового дня. Далі до вас чекає ще дуже багато цікавого.